Всем добрый день. Да, сейчас я вам покажу, как определить, как проверить машину из Швеции не только по регистрационному номеру, но и по ВИН-коду. Это очень такая нужная, полезная вещь. Вот есть такой Кэди Макси, например, продается в Белоруссии в отличном состоянии. 5 баллонов, 7 мест, пробег 247 тысяч километров. Вот, мы узнали его ВИН-код. И есть такой сайт Бил. Сейчас Швеция Бил. gifter.se. И сюда просто его ВИН номер забиваем, вставляем. Я тут его уже скопировал. Вот здесь открывается предварительная информация. Собственно, если нам ничего не понятно, включаем на перевод гугловский транслейт. Транспортное средство снято с учета в связи с экспортом. Краткое описание. Вот черный автомобиль 17-го модельного года, который экспортируется из Швеции в июне 2020 года. Мы оцениваем годовой пробег в милях 77 тысяч. Что-то похоже на такси, да. Вот здесь нажал на историю. История автомобиля, посмотреть историю, да. Вот история здесь. Если начинать снизу. Производство было в марте 2017 года. Подтвердились сертификат Евросоюза. Вот первый собственник. Скорее всего, продавец представительства Volkswagen. Вот, пожалуйста. Финансовая группа Volkswagen. Здесь данные продавца фирмы. Вот, следующий собственник. Дин Биль Свериги. Тоже большая компания по продаже авто. Техосмотр был в 2018 году, ну, через год, да, и пробег уже был 116 тысяч. Ну, можно тут накатал. Следующий собственник Самкап АБ. Это, скорее всего, такси фирма. Ну и последний собственник — это тот, кто экспортировал машину в Беларусь. Андрей Матвейчук АБ. Вот тут у нас еще Виталий Рахленко, член правления. Да, в общем, вот такую информацию глубокую можно узнать про машины в Швеции. За что я их, шведов, уважаю. Что честные они люди. Вот, так что смотрите сами, обращайтесь за доставкой. Подписывайтесь на канал.